Весь сентябрь эти ребята тренировались без коньков. В октябре планировали выйти на лед на хоккейной коробке стадиона, но погода внесла свои коррективы и теперь катаются в Оленегорском ледовом дворце. А пришли в хоккей эти ребята 5 лет назад. У каждого свой путь. Я тогда шел с бабушкой на плавание и увидел, как ребята катаются на коробке. И захотел тоже покататься. 6-й год. Меня привел папа. Что нужно делать вратарю? Какими качествами обладать? Ловить мячи. Отработка меткости, четкости бросков, а также слаженности в команде и есть главная задача тренерского состава. Тем более, что совсем скоро юные хоккеисты поедут на соревнования. Первые наши соревнования начинаются у ребят 2001 года. Они выезжают на Кубок губернатора в город Архангельск. Это серьезный турнир, где собираются сильнейшие команды. Будем говорить, Ульянов, Киров. Соревнования серьезные, соперники достойные, а значит и трудиться на тренировках нужно в полную силу. С тех пор, как Кольская горно-металлургическая компания взяла детский хоккей в Мончегорске под свое крыло, дела пошли в гору. Без Кольской ГМК очень тяжело было. Не то, что тяжело, практически было бы невозможно проводить столько соревнований в год, сколько мы проводим. И, конечно, иметь такую хорошую, доброкачественную и, будем говорить, даже фирменную форму. Это, конечно, радует. Качественные клюшки, удобные коньки и, конечно, старания ребят. Вот секрет успеха мончегорских хоккеистов. Надеемся, грядущий сезон принесет нашим ребятам немало побед.